алюминиевая вагонка. Материал довольно прочный. Пытаемся согнуть. Не получается. Очень прочная. Так как мы ее производим сами, цена довольно приемлема. Смотрим на толщину. Толщина 1,1 мм. Красим любой цвет порошковой покраской. Смотрим, как стыкуется. Обратите внимание, для шурупа достаточно места. И видите, риска есть для фаска, для того, чтобы подстрелить отверстие. Толщина вагонки 9,7 мм. Рабочий размер 100 мм. Часто используется там, где нужна пожарная безопасность, так как материал не горючий. Так выглядит вагонка в сыром виде, не крашеная.